Нет, вот такое, чтобы она, понимаешь, подошла, значит, так уверенно хап и пошла. А, не так под... Ну, как килечка, да? Килечка. Ну, килечка это что у нее, ротик вот такой. Кильки. А уже склевали кильки. Кильки кильками, а все съели уже. Вот то они кильки. У меня, кстати, лилька... Не, меня это самое, в школе килька, лилька килька обзывали. Да? Да. Лилька? Почему Лилька? Ну, потому что меня наполовину в деревне звали Лилька. Лилия. А в городе... Лилия? Нет, я Лейла. Я и Лейла, и Лилия. В паспорту я Лейла. И все зовут меня Лейла. Но некоторые по старой памяти еще зовут меня Лилька. По метрикам ты, короче, Лейла. По метрикам это что значит, да? По метрикам Лейла. Это когда это самый человек вот рождается, ему делают метрики. Значит, когда человек рождается. Не, подожди. Меня Амула крестил Лилия. Лилия, что ли? Да, я крещенная как Лилия. Или татар там не крестят, что там в исламе делают, не крестят. Исламе на поле. А у меня, кстати, и бирка Амула. Вот эта вот есть. Вот Казань у меня. Вот смотри, посмотри. Казань у меня. Ага. Ну, в Казани мы не отдыхала. Сейчас. Вот смотри, посмотри. Опа! Слышишь, видишь, как он плюет? Типа там клев такой. Да, ну там уже двое детей есть же. 45. Опа. Ну она да такая. Здоровая. Там же. Она сейчас в этом, Южно-Сахалинске. Здесь хату себе купила. Ну вот так. Не, ну это все детство. Я не выловлю тут ничего. И только если вдруг крупное так подойдет, да и то это будет лет через 10. Я, кстати, думаю, может мне больше нравится имя Лилия? Это Лилия лучше. Знаешь почему? Почему? Лилия это вот, понимаешь, роза, да. Цветок. Лилия, вот у меня рядом живет там. Ну такая же Лилия, но ей уже сколько? 70 лет, но она такая из себя царь. Она из себя царь. Вот ты как царь. Да, в кедах, в этих шнурках, в этих. Ну хорошо. Так, ну что там у нас с этим? Еще рыба вся у тебя. Что у нас кафе? Лилия, значит. Недаром же у меня любимые цветы лилии. Что ты делаешь? Да как по характеру больше лилька. Да? Лейла, что это вообще? Какой характер у Лейла? Это я так с камерой тут общаюсь. Я буду, значит, этот. Муса. Муса? Да, раз ты будешь Лилия. А почему ты Муса? Ну, если ты этот... Ну, на ваш лад это считается же Муса. Мула? Нет, Миша это Муса. А, Муса? Да, да ладно. И да. Что это значит Муса? Ну, и означает Миша. Да? Михаил знаю, равный Богу, или типа Бог, или там вот кто. Кто или там. Михаил равен Богу? Да. Это откуда это? Это каждое слово, которое имя. Внимательно почитать, про Машу, что Маша означает, что значит Света означает. Слыхали? Так, нафиг. Бывает. О, курица, мясо.